Всем привет! Сегодня будем его разбирать. Посмотрим причину, почему он у нас не тот раз не побежал. Вот, как говорится, сегодня разберем, посмотрим, устраним причину. И покатаем, надеюсь, если он у нас поедет сегодня. Я думаю, что поедет он у нас сегодня. И мы его покатаем. Да, конечно, немножко настроение изменилось, то, что он не поехал у нас. Ну, ничего, руки есть, голова есть, попробуем исправить эту вещь. Самое главное, чтобы там внутри было все нормально и двигатель работал. Вот. А причину найдем, почему у нас он не поехал. И скоро будем переделывать его. Обязательно буду переделывать на цифровой. Декодер я тоже купил. Вам показывал как раз для него. Как говорится, это будет следующая серия. Сейчас сначала его восстановим, чтобы он бегал. Вот. А потом будем декодер ставить на него. Ну и я хочу кое-что изменить. Как говорится, освещение. Я хочу добавить в кабину освещение, чтобы в кабине свет горел. И чтобы фары были белые и по походу. И красные. Огни горели. Как говорится, это будет следующее. А сегодня мы его разберем и посмотрим, по какой причине он у нас сегодня ту серию не поехал. Смотрим. Ну вот я его разобрал. И вот что здесь оказалось. Проводок вот это от двигателя оторван был. Вот он. Оторван. И короткое замыкание. О. Вот в чем была причина, почему он у нас не ездил. Сейчас мы его поставим. Понесся. Это на аналогу у меня катается пока что. Мы декодер потом будем ставить. А теперь посмотрите, какая заглушка новая. Пиковская. Это просто смех. Одни сопли. Вон там короткое я сделал, почистил. И проводок. Сейчас мы его соберем и покатаем уже в корпусе. Ну вот я его собрал. И покатаем его. Вот поехал теперь. Вот теперь он работает у нас. На днях мы его переделаем, не будет у нас этого желтого цвета. Он интересно, он даже бегает от аналогового тоже. Вот чуть-чуть даю я, и он пошел. Смотрите, это я чуть-чуть дал ток, и он поехал. Классный локомотив, пойдет, ну только один. Вообще тихо едет, очень классно.
Можно побыстрее. А тот говорил, что нельзя делать тихо на аналогом. Вот, пожалуйста. Наверное, на этом все. Спасибо, кто посмотрел. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите сообщения, по возможности я отвечу. Всем пока.